Приветствую, друзья, с вами БР. И это видео про то, кто же самый сложный герой в Доте 2. Увидев персонажа, вы уже все догадались, да, это инвокер. И это сугубо лично мое мнение. На мой взгляд, он самый сложный персонаж в Доте. Я не буду утверждать то, что это вот по канонам все так и должно быть, и то, что он самый сложный, но все-таки. Что еще можно добавить? Инвокеры считают самым сложным не просто так, а именно потому, что у него в арсенале целая куча скиллов, всяких разных вариаций их использования, и около 3 стилей прокачки поначалу, поэтому недаром его считают самым сложным персонажем в игре. И еще у него может быть такое второе параллельное звание, как один из самых постоянных мидеров в игре, ибо он часто выступает в роли мидера, потому что, ну, ему нужен мид на самом деле. Чем быстрее прокачается он, тем быстрее будет у него всяких много разных неприятных скиллов, таких как торнадо или ЕМП, который может сожрать абсолютно всю ману, ну, практически всю, не буду преувеличивать, но все-таки. Да. Что бы еще можно добавить? Я даже не знаю. Наверное, все про этого персонажа рассказать невозможно в рамках видео от 3 минут. Но все-таки, друзья мои, считается, да, считается инвокер, считается как пианино. Пианино, на которое нужно прокликивать, проклацывать и прочее. Не смейтесь, то, что я не купил аганим, я его куплю. Пойду и куплю. Вот так что, друзья мои, если вы хотите поиграть за самого сложного персонажа в Доте, дерзайте. Но не нубите. Если же вы не умеете на нем играть, вот потренируйтесь для начала хотя бы в лобби, вот как я. То есть покупайте всякую фигню, поюзайте егошние скиллы и прочее. Так, секунду. Давай. Аганим. Камон. Да, у него очень много контроля. Ну как контроля? Контроль же не, он же не Фурион, но контроль идет у него именно скилловой. То есть егошними умениями. Ими нужно пользоваться, не просто их вот так прожимать, бездумно юзать. Нужно знать, что проюзать лучше в определенный момент. И именно поэтому, ух ты, это супер круто. Это гоним у нас так становится, да? Хотя он, его у нас еще нет в руках. Или это фул прокачки. Не знаю. Вот все равно продолжает удивлять меня этот персонаж, да? Как бы. Так что, друзья мои, дерзайте. Играйте в доту, но не задротствуйте. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Всем пока.